А ми продовжуємо і далі говоримо про здоров'я малечі. Виявляється, фізична активність зранку не лише заряджає енергію, але стає доброю профілактикою сезонних застуд. Що ж це за вправи такі, підкажуть у клубі розумних мам. Наші діти розумніші за нас. Створимо їх майбутнє разом. З любов'ю, Humana. І вдох, видох. Утренняя гимнастика не только способствует профилактике заболевания опорно-двигательного аппарата, но и позволит улучшить общее состояние вашего ребенка. Лучше всего выполнять упражнения в удобной мягкой одежде. Девочкам обязательно заколоть волосы. Под детскую музыку или рассказывая ребенку любимый стишок. Положительный эффект от утренней гимнастики можно получить лишь при систематичности занятий. Упражнения желательно начинать за полчаса до завтрака, а их продолжительность для детей дошкольного возраста не должна составлять более 10-15 минут. Разомните шею, плечи, руки и ножки. Достаточно просто сделать круговые движения всеми частями тела. По 5 раз в одну сторону и в другую, в 3 подхода. Затем можно приступать к более тяжелым упражнениям. Для того, чтобы гимнастика стала интереснее и улучшила настроение вашей крохи, предложите провести зарядку в виде игры. Как лесные звери готовятся к зиме? Домик для зайчика. Ноги на ширине таза, руки на ширине плеч. Голова и шея расслаблены. Делаем своеобразную букву L. Вытягиваем спину, а таз стремится вверх. Фиксируйте положение 5-10 секунд. Строим печку для мишки. Садимся на пол, ноги вместе. Руку поднимаем правую вверх, левую заводим за спину, локоть смотрит вниз, ладошка между лопаток. Вдох и на выдохе наклоняемся в левую сторону. 3-5 секунд задерживаемся в этом положении и возвращаемся в исходное положение. Меняем руки и повторяем упражнение. Закрываем двери на замок. Заводим левую руку за спину, локоток также смотрит вниз, а правую за голову и тянемся к левой ладошке. Старайтесь сцепить пальчики. С помощью этого упражнения у ребенка растягиваются мышцы рук. Соблюдая все правила утренней зарядки, хорошее и бодрое настроение вашему ребенку будет обеспечено. Будьте здоровы!